Идем по водоводу. Сегодня у меня очень интересное мероприятие. Жалко, только еще дождь не совсем кончился. Идем дальше. Так вот выглядит верховое болото. Оно, конечно, пересохнет. Но не менее. Ну вот и поворот. Присмотреться, то вот это вот крона, по-моему, того дерева. Сейчас пойдем, подойдем, посмотрим. Все смотрю на нее, думаю, только бы его какой-нибудь умник не додумался убрать, как особо опасное. Рубят как-то разные старые деревья, большие. Я спрашиваю, зачем вы это делаете? Он говорит, а вдруг под этим деревом будет стоять ребенок, оно упадет. Что, с шизоидами не спорят. На месте моя сосна. Ну, их тут не так мало. Эти, правда, помоложе будут. Вот она. Сейчас мы и определим ее возраст. Я думаю, что она куда старше сосны Серафима Саровского на Пустынке. Ну что ж, пошли. Так, ну это вот сделано, да. Все по правилам. По этим. Правильно делаем.
да. Увы, всего 260 лет. Так, 2020 отнять 260 лет, это я понимаю, получается 40-60, 1760 год. Порядка это. Ну ничего, тоже впечатляет. Однако. Пойдем это дело вокруг. Верхняя цифра за диаметр. Изготовлено по официальным данным. Точность измерения где-то в районе 10 лет.
Ну, вообще-то они растут по литературным данным лет до 400. Не исключено, что в этом лесу и такие есть. Где-нибудь в местах, где нога человека не ступала. Ладно, что ж. Хорошо здесь, но надо двигать дальше. Точнее, назад. Запишем так еще координаты. Ну, всякий интерес. Возвращаться в нашу не самую лучшую действительность. Где здесь вылезти-то можно? Что за продольная канава? Ногами.